Сьогодні у нас у гостях Олександр Сайковський, відомий фотокореспондент, фотограф одного з видань Миколаївщини. Зараз вже у кожного з нас є фотоапарат у сумочці або у кармані, але це не означає, що ми можемо професійно фотографувати. Олександр, розкажіть взагалі, про що треба пам'ятати, коли беремо до рук фотоапарат? Будь це на телефоні або така от камера. Так, фотоапаратів зараз дуже багато, у всіх, майже у всіх, і в мобільних телефонах, да, в смартфонах зараз. У кожному смартфоні стоїть камера маленька. Але, на жаль, якість знімків від цього не покращується. Що треба робити? В чому ж причина? Коли ми купуємо, наприклад, ось такий великий, да, фотоапарат професійний, або звичайну там таку аматорську камеру, на що перш за все треба звернути увагу. І 90% людей це не роблять. Що ж це саме? Не читають інструкцію до своєї апаратури. Є таке? Так. Да. Але, дивіться, ті, хто виробляє фотоапарати, вони ж люди не дурні. І вони знають, що потрібно написати. Тим більше, вже мало апаратів там на іноземною мовою, наприклад, інструкція пишеться, вже там мова російською, або українською. І розібратися так само потрібно, як купуєте, наприклад, утюг, да? або якийсь прилад. Але це набагато складніша техніка. Ну, а вообще, нужно иметь талант к фотографированию или можно научиться? Есть ли польза вообще от курсов фотографии? Талант, естественно, есть и должен быть, наверное. Как и в изобразительном искусстве, да, есть художники от Бога, а есть вот те, кто долго и упорно учился рисовать. Конечно, надо ходить на курсы. Если вы хотите этим заниматься так, на профессиональном уровне, курсы обязательно. Даже более того, желательно пойти поучиться в художку, там, где объяснят, что такое свет, что такое тень, что такое композиция. Как-то вот так. Но это возможно тем, кто уже планирует делать какие-то фотосессии, да, там свой салон. А вот любителям, как делать просто красивые фотографии? По-моему, сейчас информации море, интернет, у каждого в телефоне интернет есть. Загуглить можно все, что угодно, и очень много литературы, на самом деле. Просто надо знать грамотно, вот почему стоит идти на курсы. Вам дадут систематизированные знания. Ну, а как у вас было? Талант или долго учились? Или то и другое? Да уже, наверное, все знают. Это же не первая выставка была, я рассказывал много. У меня отец снимал много, потом я сам этим увлекся очень сильно. Тоже, дай бог, 12-й год работаю в прессе. Опыт, большой опыт. Ну, а вообще, возможно, есть какие-то типичные ошибки, которые делают вот начинающие фотографы, любители. Мы сейчас попросим режиссера вывести на экран неправильные фото. Это нет, это нам правильные. А вот это уже, по-моему, неправильно. Да, вот объясните, фотография. В чем тут дело? Тут совершенно человек, видимо, когда снимал, он не понял. Каким объективом он снимает? Видимо, он снимал широкоугольным объективом, не портретным, поэтому голова такая огромная, а ножки маленькие. Хотя этим можно и добиться какого-то эффекта специального. Ну вот человек вот так вот снял, с такими искажениями. Ну, можно, да, можно следующее посмотреть, что там, что вот тоже. Тоже неправильно. И почти 100% начинающих снимают так, что не видят заднего плана, заднего фона, и вот тогда у кого-то растут такие своеобразные рога из головы. Я так понимаю, что вот это правильный вариант, а вот да? Это, да, это более-менее правильный вариант, хотя, справа. Хотя тоже впритык запихивать человека в кусты, допустим, да,
тоже нежелательно. Надо немножко отводить сторону. А что в этом случае можно порекомендовать? Как здесь, как должна правильно выглядеть фотография? Хотя бы на 3-4 метра отойти от, там, от стенки, или вот в данном случае от кустов, или от памятника, допустим, какого-то. Как у нас привыкли снимать, мы подходим вплотную к памятнику и снимаем, да? Тоже 90% фотолюбителей так делают. Да, и пытаемся все поймать. И пытаемся все сразу поймать. Все сразу не получается. Да, можно следующее? Сейчас. Да, вот здесь, кстати, я эту фотографию видела, мне вот заинтересовало, чем она неправильная. Чем она неправильная? То же самое. Смотрите, обрезанные ноги, руки, головы. Этого делать нельзя. Человек, даже из эстетической точки зрения, допустим, того, кого вы снимаете, ну, ему не, будет неприятно, когда у него там кусок руки или кусок головы отрезаны. Ну, я думаю, тут не выдержано, да, расстояние голова, и расстояние ноги. Не выдержано, да. То есть должен оставаться какой-то вот воздушная конечно, прослойка. Конечно, обязательно. Будем так говорить. Давайте еще, если есть. Так, ну вот тут, наверное, тут резкость, да? Да, многие, этим страдают, начинают снимать, а фотоаппарат не фокусирует. И тогда бегут с криком: «Ой, у меня фотоаппарат поломался». Было такое, не один раз такое было. Просто либо объектив был настроен так, что на ручную резкость, наводку на резкость, вернее, руками, либо просто автофокус не сработал. Ну, это есть и тоже такой фотографический прием, снимать в нерезкости. Ну, возможно, это художественное. Да. Вот, вот здесь вот тоже а вот любопытно. А вот здесь ошибка, наверное, 100% пользователей, вернее, владельцев фотоаппаратов, не фотографов, владельцев фотоаппаратов, заваленный горизонт. А что это значит? А вот посмотрите, вот он... А, то есть неровно, да? Неровно. Ну, это почему так происходит? Камеру держим криво, не следим за этим. Кроме того, видите, кадр поделенный пополам, ровно пополам, строго. Это придает снимку скучности. Просто он скучный получается, неинтересный. Непонятно, что главное, то ли девушка, то ли поле, то ли небо. А как тогда нужно делить снимок, ну хотя бы так, приблизительно вот любителям? А вот мы в самом начале показывали одну фотографию, там портрет интересный был. Можно, если можно, вернуть его назад? Да, вот. Вот. Во многих фотоаппаратах, даже не зная о правилах композиции, прямо фотоаппараты уже производители встраивают такие специальные сетки на экранчик фокусировки. Вот как вот здесь, вот если телезрителям видно, не знаю. Должно быть видно. Поэтому вот на предыдущей, там, на неправильной, была, девушка была так, строго по центру. Но человеческий взгляд, видите, вот он такой, что он не воспринимает картинку, которая строго-строго по центру, да. Есть такие, как бы это назвать, зрительные центры, вот они немного с краю. Если вы располагаете в сторонке, вот как вот эту, очень интересно, прям по весеннему целующуюся пару, красиво, да, очень есть. Красивый снимок. Глаз цепляется как раз вот за них, видите, вот эта сеточка. То есть можно сказать, что лучше в стороне разместить? Да, конечно. Либо немного вправо, либо немного влево, но не строго по центру. Так, может, нам еще сейчас покажут. Исправили. Вот, но это то же самое, пейзажная, да, фотография, что тут можно сказать. В пейзаже тоже эти все правила композиционные, они играют роль. И передний план показан, передний хорошо. И вот это вот строение, типа мельница. И тоже у нас линия горизонта не совсем делит. Вот очень интересно, наглядно показывает, как работает правило третий. Правило третий, скажем так. Расскажите.
А тут вот, тут уже оно показано. То есть все поделено внутри? Мы делим кадр на равные части, две вертикальные, две горизонтальные. И на пересечении этих линий у нас, пожалуйста, вот выстраиваем кадр. Но опять же, вот видите, эта сетка. Эта сетка есть да, в любом аппарате, и в любительском, наверное, профессиональных нету, а и в любительских, и даже в мыльницах, и в смартфонах их прямо встраивают вот, в саму камеру. Ну, не все знают, как ее включить, поэтому она либо включается, либо выключается. Поэтому инструкцию фотоаппарата надо читать. Там очень много кнопочек и колесиков разных. Ну, то есть, если можно обобщить, то читаем инструкцию, располагаем объект не по центру. Не по центру, конечно, не по центру. И что еще? И относимся к своему увлечению, наверное, с душой. Ну, с душой, я думаю, если... как сейчас тотальное увлечение, да, фотографировать все, что вижу, да, наверное, тут уже качество тоже теряется. Ну, конечно, обязательно надо читать, надо учиться. Если мы хотим научиться ездить на машине, мы же идем куда-то на курсы учиться, правильно? Точно так же для себя. Надо просто пойти или на какой-то мастер-класс, или просто побольше читать в интернете литературу по фотографии. Обязательно ходить на выставки для вдохновения надо. Угу. Естественно, будет. Тогда будет получаться. Ну, а как вы относитесь, вот те, у кого там еще советские там фотоаппараты остались, пленочные вообще? Это... У меня остались коллекция, да, своя, большая уже. Тоже, ну, у нас пленка отходит все-таки. Угу. Достать ее трудно в последнее время, а реактивы еще труднее достать. Все-таки прогресс не стоит на месте, и особой разницы, в принципе, вот я, допустим, не вижу. Пленки свои интересы, преимущества, а вот цифровой техники свои. Мы, наверное, еще лет 10 даже назад не могли, да? Ну, 15. Представить, да? Я начинал еще с пленки, помню, давно было. Что все так шагнет. А шагнуло очень сильно, поэтому надо даже на бытовом уровне знать, что представляет из себя вот эта вот коробка с непонятными вот такими вот делами. Да. Ну, это как бы немножко шутим. Спасибо вам, Александр, что нашли время в своей работе, уделили нам.